хочется, чтобы ребенок занимался, во-первых, популярным видом спорта, во-вторых, командным, чтобы ребенок умел работать в команде, развивался и сам, и где-то, может быть, соревновательный характер был. Тренера очень хорошие, очень профессиональные, то есть знают свое дело, и Матвею очень понравилось, и он прям ходит с удовольствием всегда. Мы долго думали над тем, ну, куда пойти, и очень искали много различных, как бы, секций, и совершенно случайно мы наткнулись на простарт и решили, что пойдем в футбол не для того, чтобы конкретно заниматься футболом, а просто для физического развития ребенка.